Гарсию понадобилась бомба. Парк. Что еще было в той распечатке, притащенной из базы? Там упоминаются какие-то раскопки на Урале. В Ямантау. Наш человек в КГБ подтвердил факт операции. Ямантау. Я думал, Хадсон и Уивер там давно все зачистили. Верно. Персей хочет добраться до старой ЭВМ. Значит, Драгович и Штайнер оставили там кучу ценного? Штайнер, отправь нас с Вудсом. У тебя личные мотивы, а проколы здесь недопустимы. Ерунда. Ты знаешь, что я лучше всех справлюсь. Решать мне. Поручаю это Мейсону и Вудсу. Найдите ЭВМ раньше, чем Персей. Я свяжусь с Беликовым, нашим агентом в КГБ. Он обеспечит транспортную поддержку. Черт, он захочет управлять вертушкой. Чтобы Персей не искал в Ямантау, мне это нужнее. Первое задание вон за той горой. Спасибо, Дмитрий. Как найдем ЭВМ, свяжемся по радио. Вудс, а ты знаешь, что в КГБ делают с двойными агентами? Нет? Да. Если они победят в этом сезоне, я готов пойти на расстрел. Хе. Но топливо у меня только на час. Потом ищите другой транспорт. Идем, Мейсон. И это наш человек? Пусть запах перегара тебя не обманывает. Дмитрий наш человек. Он знает, где у них зарыты трупы. И лично зарыл половину из них. Осторожно, дозорные на горе. Сделаем это тихо. Ага, эксперт по тихой работе. Эй, у меня сложный характер. Метка. Ничего так. Идем дальше. Так точно. Один разгильдяй твой, второй мой. Метка. Хлебковато как-то. Но если он выдерживал коми... Ну, вперед. Заглянем к ним в гости. Видишь? Проще простого. Старая станция связи. Столько лет, а еще стоит. Хоть и с трудом. Идем дальше. У них снайперы. Не попадайся им на глаза. Пригнись, старайся не светиться.
Эти руины. Ух, это точно работа советских инженеров. Как скажешь. Пушку уронил. В следующий раз первым пойдешь ты. Надо перезарядиться. Там внизу тоннель. Тебе придется искать другой вход. Понял. Будь на... Вудс. Отлично. Холодновато. Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела... Заперто. Ты что, хочешь сказать, что наша Мне нужно подкрепление! Скрыла вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. В любом случае, нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и замерзнуть на... А ты где? Слушай твои идиотские байки. Давай уже закругляться с обходом. Ничего необычного. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Мне нужно подкрепление! Мне нужно подкрепление!
Я выдвигаюсь. Спорим, это ключ от оружейного шкафа. Мейсон, ты меня слышишь? Мейсон, ты ее? Да, слышу тебя. Ты где-то близко. Понял, куда мы делись. Открывай. Ключ у тебя. Я думал, он у тебя. Идиот. Как мы его... Я проверю. Эй, смотри-ка. Благодаря твоему шуму о нас теперь знает весь Советский Союз. Хорошо поработал. За это мне и платят. Сюда, шеф. Раскопы видишь? Правильно понял карту. Поверни на пару градусов левее, севернее. Вот. Что это? Бинго. Судя по карте, кран стоит возле старого машинного зала. Кажется, это оно. Нашел его. В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. То есть, лебедку. Извини, мешаешь. У них кран, у нас вертушка. Дмитрий, нас прижали. Можешь устроить поддержку с воздуха? А все-таки вспомнил? Thank you.
Противник на тросе! Перегруз!